Давай. Пусть. Воробей прилетел. Давай, говорит, мне. Ну? Ну, там голуби. Нормально. Да блин, королей. Фонтанчик. Надо с картой заработать, с водичкой. Там дельфинчиков сделали. Видел, тут водой уже наполнили. Да. Голопузый. Смотри, грохнешься. А что тут полностью поменяли дорогу? Там вот подъезды к пляжу Учкуевки. Сейчас мы здесь поболтаем немножко, потом пойдем тем путем пройдем, посмотрим, что там наделали. Собственно, а собрать? Учебники они, оказывается, здесь не учебники. Рабочие тетради закупают классом. Вот. И в августе они будут закупать рабочие тетради на третий класс. Это я к тому, что в Питере нам выдавали все бесплатно. Здесь платно? Да, рабочие тетради здесь платные, бесплатные только учебники. Вот. Ну, обсудили форму. Это черный низ, белый верх, либо постельных тонов там рубашка. Вот, и пиджак черный. Вот, они остаются в этом здании, по сути, еще на год. Ну, тоже вроде как. Они же, получается, здание бывший детский сад, и оно уже давно требует капитального ремонта. И в прошлом году им обещали, что их там переселят и здание отремонтируют. И в позапрошлом году, и в этом году им обещают, что вот-вот через год точно отремонтируют. Плюс вот эта дорога от школы, от начальной школы к зданию. Ну, Ксюш, я уже убрала, блин, а то уже лапы грязные. Пойдем домой, помоешь, я тебе все дам. А можно тогда на печеньку добыть? Нет. Хорошо. Вот, еще главная проблема – это дорога от начальной школы к зданию главной школы. Потому что она не просто убитая, но ее вообще там нету. Ее просто нету. И делать ее тоже никто не собирается. И собирали подписи, и ветераны ходили, и что только там не делали. Но авось и ныне там. Денег нету, и типа решайте вопросы сами. Вот, а так обсудили, что надо почитать нам на следующий год. Это на внеклассное чтение, это 33 книги нам дали почитать. Вот, надо вести. И надо все прочитать? Ну, там выделено жирным шрифтом те, которые надо обязательно прочесть. И отрывки из этих книг, они будут в учебнике по литературе за третий класс. Остальная, ну, как сможешь. Вот. При этом надо вести дневник внеклассного чтения. То есть ты записываешь, какую ты книгу прочитал, кто главный герой, о чем эта книга, чтобы ничего там из головы не выветрилось. Про Ксюху что-нибудь рассказали? Ну, кстати, вот это вот такой момент, когда не обсуждают каждого ребенка в отдельности на родительском собрании. То есть она говорила в общем. Даже когда дело касалось там контрольных работ, и тех, кто там написали на два, и потом один из них даже не смог переписать контрольную, опять же, у него вторая двойка. Никого она по фамилиям не называла. Вот. Единственное, что техника чтения, она дала результаты на доске, кто сколько прочитал слов в минуту. Вот. А так пофамильно никого она особо там не выделяла и никого не гнобила. Ну и плюс ко всему, как бы, я думаю, что она от них добьется именно результата. Потому что многие обсуждали тему, что прошла Олимпиада, прошел там конкурс этот «Кенгуру». Вот, и наш класс, он такой. Здрасте. Здравствуйте. Да? Идите знакомиться, дайте. Да, как и обещал, вот дошли мы до подъездной дороги, которую сейчас усиленно ремонтируют. Значит, вот от трассы и прям до пляжа Учкуевки полностью переделывают сейчас дорогу. И не просто дорогу, а и пешеходную зону, и дорогу. И именно по этой дороге мы уже гуляли месяца полтора назад. Как она выглядела, вы помните, собственно,
Сейчас я вам покажу. Ну вы вспомните, если я вам покажу вот это. Это помните, я вам скворечники показывал, их скворечниками называю. Эти недорогие мини, такие крошечные кемпинги. А вот. А вот туда уходит дорога, где-то с километра, наверное. Так что потихоньку, потихонечку все приводит в порядок. Работа кипит. Вот эта дорожка, ну точнее ее здесь вообще в принципе не было. Сейчас сделали, делают широкую такую пешеходную зону. Здесь, я так понимаю, слив будет, ливневка. Ну а здесь будет асфальтированная дорога. Когда они закончат, обязательно сюда придем, всю эту дорогу посмотрим и вам покажем. Случайно забрели тут на территорию частного комплекса. Я не знаю, как его тут правильно называть. Их тут кто гостевыми домами называет, кто базами отдыха, кто туристическими базами, кто отелями. Но в моем понимании все отель. Вот. Территория, домики. Слушайте, симпотно. Это мы здесь живем и не знаем, что здесь такое есть. А я вам не зря писала. А я моя. Да? Нифига себе. Сережа, ух ты. Вот эти обалдеть. А я что-то думал, что здесь вообще никаких кафе, мы это капитаны ходим. Вот меню, вот цены, посмотрите. Мы привели гостей показать. В общем, как мы здесь оказались? Мы сейчас сидели, записывали с Юлькой там, она рассказывала про родительское собрание, к нам подошли подписчики. Женщина с мужчиной, которые нас давно смотрят. Не хотят сниматься пока по какой-то причине, но не суть важно. В общем, они нам сейчас небольшую экскурсию проводят здесь в Пучкуевке. И вот сейчас показали супер клевую кафеху, которую, блин, реально можно очень недорого и очень прилично покушать. Дня через два, завтра мы едем в Евпаторию, мы придем вот в это кафе и обязательно их протестим. Я еще не понял, что тут можно снимать, что нельзя снимать, потому что хозяева очень скромничают, но тем не менее пригласили нас в гости. Это тоже гостевой дом, и мы пришли его смотреть. И первое сразу, что мне бросилось в глаза, смотрите, это солнечные батареи. Солнечные вот до 45 киловатт в сутки. 45 киловатт в сутки. Нифига себе. Интересный такой комплекс, гостевой дом. Территория небольшая, но очень уютная. Ну, в принципе, сами все видите. Очень компактно, но вот на этой компактной территории умудрились разместить очень много. Много чего. Блин, слушайте, здорово. Даже пальмы растут. Или это юки тоже. Скажите, а как вот эти растения правильно называются? Юка. Юка тоже, да? Просто я их все время пальмами называю. Это юка тоже. Ну, маленькие мне скажут, что это юка. Я думал, они вот прям... Ну, вот им уже... много лет, и я их вот так подстригаю, и получаются пальмы. Красиво. А, я понял, это тоже листья, да, были? Да, это все с февраля месяца где-то. А здесь какой-то... Состригать. Кактус. Колючий. Да. Слушайте, у вас такая вроде территория небольшая, но столько всего, как в джунглях. Произведение. Такого ни у кого нету. Типа сухого ручья такого. Прошли, наверное, не увидели сразу. А, да, дверь-то открыли. Вот. Мы... Ну, сделали, чтобы там вот тот угол был не очень ухоженный. Сделали такую горочку. То есть воды здесь нету, да? Нет, это вот чисто такое вот выложил. Там есть какие-то камушки красивые. Драгоценности. Да. Клад. А сколько у вас здесь получается территории? Вот 6 соток. 6 соток? Да. Это вместе с домами? Да, полностью. А вот пустой, ну, вот этот кусочек. Ну, сколько здесь, ну, получается? Ну, может, просто на камере 4, не поймешь. 4, 4 сотки. А номеров у вас сколько? Номеров 12. Нормально. А можно наверх? Конечно. Там терраса есть. Для... Я уже вижу, что эти самые стульчики. А бассейна нет у вас наверху? Нет. Понимаете, нет, бассейна нету, там шезлонги стоят. Я пройду, можно? Микроволновка, холодильник, плитка,
раковина, столик. Вся посуда, что нужно. Все. То есть тут зашел даже. Здесь посуда. Все новое, чистое, все. Не битое. Интересно. А номер можно как-то посмотреть? Это у нас двухместные комнаты. Угу. Почему мы не называемся отелями, что размеры, конечно, у нас комнат не очень большие. Кухня своя получается. Ну. Так, ну здесь двухспальная кровать. Двухспальная кровать. Если с ребенком, это мы на заказ делали диваны. Они раздвигаются, очень ровное место, удобное получается. Так, а тут санузел, душ, туалет. Душевая маленькая, поэтому вот душ такой вот. Это у вас все примерно такие номера? Или есть какие-то большие? У нас побольше, ну, они отличаются. Есть вот, допустим, здесь можно на втором этаже. А сколько такой номер стоит вот в самый дорогой сезон? Ой, по цене это колени. Хорошо. По-моему, я не ошибаюсь, 1800. 1800 это в пик, да? Я могу ошибиться. Ладно, спросим. Так. На сайте у нас там все эти выложены. Поэтому такой, допустим, чуть побольше. А тот номер считается как стандартом, эконом, как он называется? У нас нет такого. Нет такого. Двухместный просто. Просто двухместный, этаж, да? Так, а здесь? О. Здесь чуть побольше. О, здесь, да. Здесь побольше, да. Телевизор плазменный, это разбирается, правильно? Это точно так же разбирается, да. Мы вот несколько заказали таких. И уборная с душем. Сколько? Метров, наверное, 10-12? Здесь 12. 10 нет, у нас больше 10 всех. Вот те самые маленькие, те 12. Здесь, может быть, чуть больше, да. Все немного отличаются, конечно, друг от друга. Если вот в ряду там все одинаковые, это первый этаж и второй этаж. Так, а здесь раздельная кровать. Здесь раздельная кровать и двухспальный диван. Диванчик. То есть теоретически 4 человека. Теоретически, да, да. Можно ложить. Ну или 3 комфортно. Друзья, я заранее прошу прощения за не очень качественное видео. Почему? Потому что очень темно. Объектив у меня не светосильный. И поэтому, ну вот картинка такая, какую вы ее видите. Может быть, получится, и как-нибудь днем меня сюда еще пригласят, и я уже сниму в красивом. А сейчас просто очень хочу посмотреть эти панели солнечные, которые вырабатывают 45 ватт, киловатт электроэнергии. Поднимаемся. Самое интересное место. А здесь принимать солнечные ванны с видом на море. Вот они, шезлонги. А вон, смотрите, море. Сейчас. Вон оно, море. Вот прям, сколько-то метров? 400-500, наверное. Чуть подальше от того отеля, где мы живем. Но все равно близко. Очень большие. Ух ты. Сарное окно есть. О, на звезды можно любоваться ночью. Есть такие, бывает, приезжает молодежь, просит открыть жалюзи, чтобы нам здорово вечером, когда свет выключишь. Так, душ везде, да, у вас ванна? Ванна нет. Ну так, в общем, сейчас, если меня не побьют, я буду спрашивать про цены. Это меня лично чертовски интересует этот вопрос, поэтому ценами заведует хозяйка. Хозяин гостеприимно показал сами номера, а хозяйка рулит деньгами. Ну, как оно и должно быть, женщина. Мужчина должен зарабатывать, а женщина должна распоряжаться. Золотое правило. В общем, сейчас пойдем пытаемся выяснить. Ух ты, как у вас все серьезно. У нас везде, да, видеонаблюдение, вот. По периметру везде. Снаружи. Мышь не прошмыгнет. Еще здесь боевые коты, но вы их уже слышали. А территория охраняется боевыми котами. Я уже сейчас шел и говорю, если меня не побьют, то расскажут. Цены на номера. Цены на номера? Можно узнать? Конечно, можно. Это же не секрет. У нас не номера, у нас комнаты. У вас комнаты. У нас комнаты. Номера – это гостиницы. Объясните людям, почему так трепетно все владельцы гостевых домов относятся к названию. То есть люди приезжают, но номера и номера, да? Как обыватель.
А мне уже не первый раз поправляют. Вот в Крыму, знаете, что заметил? Нет. Люди радуются дождю. Я хожу два месяца, думаю, чего вы все радуетесь? Дождь идет. Дождь, значит, дерево напьется. Трава напьется. Не, говорят, водохранилище наполнится. Самое главное, водохранилище. Это первый раз в жизни за 40 лет почти я такую тему услышал. Да. Еду, дождь льет, Андрюха вот этот вот, Татьяна Николаевна, сын. Довольный такой. Я говорю, что-то радуешь, третий день дождь льет. Так водохранилище уже наполнится. Татьяна Николаевна говорит, оно уже переполнилось. Пора. Нет, в этом году зима, осень, весна, они не были такими дождливыми, как в 2016 году. В этом году так средненько. Да, в плане дождя. Вернемся к нашему разговору. По ценам расскажем. Да. Значит, нет, вы спросили, почему я говорю, что это комната, не номинар. Дело в том, что Учкуевка – это частный сектор. И здесь сертифицированных гостиниц, я, по крайней мере, не знаю, я могу ошибаться. Может быть, одна-две, о которых я не знаю. Поэтому говорить, что здесь номера, нет. Здесь именно комнаты. А если это комната в частном секторе, то к ней, знаете, применять такие строгие правила, как гостиничному номеру, наверное, не стоит. Но я вам хочу сказать, что комната, если ты сдаешь, она первая, должна быть чистая. Она должна быть уютная, она должна быть с грамотной расстановкой мебели. И тогда, когда гость заходит, не клиент, гость, то на него так сильно не давит этот размер комнат, высота потолка. Он видит, что его тут ждали, убрали, вымыли, застелили. И гость заходит, он не ощущает вот эту вот маленькая комната, маленькая, но она уютная, удобная постель, хороший матрас, хорошее постельное белье. Чисто. Заходишь в туалет – чисто. К чему придираться? Придираюсь обычно к цене. Нет, дело в том, что турецкие отели, да, я сама отдыхала в Турции, я люблю Турцию. У меня иранские корни, и видно, что что-то есть. Я когда первый раз приехала в эту страну, воздух, все, сами люди как-то… Я поняла, что я не это близко, что я когда-то уже здесь была, в этой стране. Вот. А Турция, отели, я жила в городских отелях в Турции, в Стамбуле. Прекрасные отели с прекрасным сервисом. А у нас частный сектор, но мы стараемся, чтобы гостям было комфортно. Да, создать атмосферу, чтобы вы пользовались здесь на маленьких наших кухнях, мини-кухнях. Всем тем, чем вы привыкли пользоваться дома. Да? Чистая посуда, чистые стаканы, ложки, вилки. Пожалуйста, пользуйтесь от души. Если я покупаю посуду, то я покупаю не фаянс, а фарфор, правильно? Я же дома фарфором пользуюсь. Я выбираю белую белорусскую посуду. Белорусская, это хорошо. Это лайк от белорусов. Честно, хорошая посуда. Я могу показать, хотите? Да. Белорусская все хорошо. Сделанное в Беларуси, сделано с душой. Я всегда об этом говорю. Вот смотрите, Сергей, вот обратите внимание, вот эта тарелка, смотрите. Это Белоруссия. Да, я уже сам прям чую. Вы знаете, я просто не скажу вам... видно по ней, насколько она качественна. Я не скажу вам сейчас эту марку, я не знаю, вряд ли это будет интересно вашим подписчикам. Блин, я тоже не помню. Это Белоруссия. Дробуш. Дробуш, совершенно верно. Вот. Обратите внимание, если это, то это все целое, без всяких сколов, но это важно. Ну почему человек должен пользоваться битой посудой? Не должен он пользоваться битой посудой. То есть, чем ты сам пользуешься, то дай гостям. И гость, он, может быть, к тебе вернется. Я так думаю. Я так думаю. Могу сказать, что у Татьяны Николаевны тоже все новое, все четкое, все классное. Так должно быть. Все идеально. Сергей, так должно быть. Это норма. Это норма. Это не ставится, знаете... Вот я знаете, что заметил? Что... Владельцы небольших частных, вот этих, как вы их называете, гостевых домов да, с комнатами. Они нас намного трепетнее относятся, конечно, чем владельцы вот баз, гостиниц, отелей. Маленький номерной фонд. Все может быть скромнее, маленькое, все проще, скромное, все маленькое. Поэтому проще это все вылизывать. Понимаете, это все проще вылизывать. В таких количествах я не уверен, что проще. Учитывая, что в отелях-то там сколько персонала, вы же здесь все сами делаете. Поэтому молодцы. Комнаты на первом этаже стоят в июле-августе 1800 рублей, если приезжает... Это пиковый, да, сезон? Да, 1800 рублей в сутки, если приезжает двое взрослых. Если двое взрослых привозят ребенка, мы не берем за ребенка, мы берем за человека, то мы говорим 200. 200. Знаете, 300 рублей, это да, не так. Да, мы говорим 200, потому что 3 человека идет нагрузка на...
на коммуникацию, идет нагрузка на метр. Ну, на все, понимаете, все равно будет чуть больше расход воды, расход там, ну, всего остального. Да, я еще что не сказала. Мы ведь, не, мало того, что мы кухни, да, вот в таком виде у нас все, ну, содержится. Мы же надоест, обязательно даем жидкость для мытья посуды, губки, тряпки, ну, мыло, туалетная бумага, это естественно. То есть человек заходит на кухню, ему не надо бежать в магазин. Чай, кофе, сахар мы ему дали? Если он позвонил нам за руки, говорит, можно нам что-нибудь покушать? Я говорю, список давайте, я схожу в магазин, мне это нетрудно, я вам все куплю. Даже чек так, при... да? Ну а почему нет-то? Так в этом и заключается гостеприимство. Вот, у нас было такое, звонят, просят, можно там нам сыру, хлеба, мы поздно прилетим, чтобы хоть это. Пожалуйста, чек, все в холодильнике лежит, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Но чай, кофе, сахар это мы бесплатно даем. Я начинаю понимать, то есть отличие гостевых домов, да, как от раз в том, гости... что ты в гости приезжаешь. Совершенно верно. Ты приезжаешь не в номер. Не в номер, ты приезжаешь в гости. Лимон, кому положу лимон? Лимон. Можно положить. Спасибо большое. Сначала маленькой компании. Компания приехала. Я вам поставлю. Зачем мы там пошли? Зачем мы поздоровались? Да. Я сейчас еще лимон. Сережа, принеси лимон, помой, пожалуйста. Ищу. Спасибо. Да ладно, хватит лимонов, что вы садитесь с нами, посидите. Ты сейчас уже сяду. Блогеры-тунеядцы-халявщики пришли. Их друзья. Ну так вы уже тоже блогеры практически. Я же смотрю, ты уже Инстаграм все больше, больше, больше. Больше, ну больше Инстаграм-блогером. А тут есть сахар. Я положу, вот, пожалуйста, тебе сахар. Да. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Сама? Бери, сколько тебе нужно. Или помочь? Так приятно, что мы очень такие... Очень добрые люди, очень гостеприимные. Да, вот мне нравятся какие-то теплые, что ли. Да. Гостеприимные. Причем все, вот да. Не то, что там, вот в принципе. Нет, на да, самом вот деле. На самом деле, пока это не реально так. Понимаете как? Ведь этот... То, чем мы занимаемся, это любимое дело, да, бизнесом. Бизнес ну, да, это другое. Не у всех, бизнес, это очень не у всех. Жестко. Да, нет, да. Бизнес очень жестко. Это кредиты, там, какие-то обязательства, понимаете? Да, и бизнес, он заточен на деньги. А любимое дело, оно требует души, оно требует, ну, да, главное, гостеприимства. Занимаешься, да? И это дело очень нужно сильно любить. Ну да. Вот. Поэтому это вот к вопросу о том, что вы говорите, что здесь люди приветливые, да? А если они не будут приветливыми, как же они будут сдавать? Ну кто же будет к ним ехать? Нет, в этот так я сектор? Говорю даже про тех, кто вообще отношения корректируют. Не сдает? Вообще в принципе просто, люди. Я думаю, им просто это настроение наше передается. Может быть. Смотрите, какая тут прелесть. Прямо на участке растет мята. Смотри. Это лимонная мята. Это вообще жизнь, как она пахнет. Понюхай. Я нюхала. Это лимонная мята, а это простая мята. Красота. Мы просто... Вот это обычное, а это лимонник. Мы да? собираемся, как раз сейчас делаем интернет-магазин, будем продавать косметику, масла, чаи, крымские. Да. Здесь такой выбор у вас гигантский. Да. А мы материки я ни разу не видел. Вот мы хотим попробовать такую штуку. Ну, вот. А тут еще вот прям. Ой, да, я запах, очень да? люблю мяту. Ну все? Все. Все, Саня, наконец. Чай на карайский похож. Очень вкусный, да. Это самый вкусный из того, что мы здесь пробовали. Потому что вот этот чай, который вы пьете, да, мы это дарим гостям. Вот то, что нам самим нравится, вот помимо того, что мы на заездаем, чай, кофе, сахар, мы гостям делаем подарки. Сейчас я покажу, какие подарки. Это упаковка чая крымского. И упаковка крымский десерт, то есть лучшее. Да, у нас очень много сладостей продается в Крыму, да, ведь да, многие я, варят. Да, я смотрю. Но только одна сладость идет с пониженным содержанием сахара и то ли вот с добавлением виноградного сока, то ли на виноградном соке. Да, я что, точно, да? Ну сейчас я вам вынесу, покажу. Ну, давайте, но это действительно вкусно. А вы гости, поэтому я должна сделать подарок. Все правильно. Все правильно. Подарки будут обязательно. Пир. С тобой тоже, да? Тут с тобой точно с голоду не помрешь, слышь. Какие наборы мы собираемся продавать? Слушайте, мы прям к вам в адрес. Я это беру у производителя, да. Я контакт. Ну, контакты там они есть, они их не скрывают. Это действительно вкусно и хорошо. Нам не контакт, нам рекомендации. Нет, это действительно вкусно и хорошо. Вот такие вот вещи вы спрашивали сейчас. Друзья, я вам говорил про то, что мы планируем открыть интернет-магазин. И сейчас абсолютно случайно, вот это называется знак судьбы. Когда ты
что-то запланировал, и тебе какая-то вот сила показывает, что ты на верном пути. Мы приходим в гости, и нам, вот смотрите, дарят то, что мы планируем продавать в этом интернет-магазине. Скоро любой из вас может заказывать вот именно вот такие вот всякие вкусняшки из Крыма. Вот именно вот это мы собираемся. Я вот сколько пью сейчас вина, да, вот эти все информации. Сухие белые только. А какие? Магарачи стараемся искать. Магарачи стараемся искать. Здесь из покупных мы сами не делаем магарач. Можно коробку? Да, конечно. И вот такие вот десерты. Это крымский десерт, натуральный десерт. Курага с кишью. Крымская рука. Это прям то, что вот получилось. Вот именно такое мы собираемся. Это именно надо, да. Без сахара, но уксус. Потому что я нигде не умею. Вот очень не получилось. Ты это дома я вот это обязательно в во-первых, обратите внимание на упаковку. То есть мало того, что плотный картон, они еще упаковывают, чтобы людям удобно было везти. Ну да, вот именно перевозить, да. Чёрка, рука мне. Серьезно подходит. Это называется, как удачно мы встретились на дороге. Ага. Ну, я вот это воспринимаю как знаки. А ведь я писала. Собираемся заниматься вот как раз вот этим. Ты будешь вилочкой или хочешь? А насчет писал, у меня тоже своя теория. Если людям суждено где-то встретиться, а я мужу так ты и не уйдешь я никуда. Говорю, ты знаешь что? Я говорю, вот не ответил, просто времени пришло. Да? Я говорю, мы обязательно встретим, мы с тобой ходим гулять. Я говорю, мы встретим. А я вообще сегодня мы сомневался, абсолютно. Так еще и в компанию у нас. Ну да, мы-то вот уже уходили так практически на эту тропинку. Да, и вас, оп, я смотрю, идут. Алик обернулся, говорит, о, идут. Вы лучше следите, а я потом коробку заберу. А, ты коробку заберешь? Да. Мы можешь забрать коробку, даже если мы не съедим, ты все равно можешь ее забрать. Можно я тебе ее? Так, это ваш, я его пока вот сюда отставлю, хорошо? Все, это ваше. И вот это ваше тоже. Так приятно. Спасибо огромное. На здоровье. Добро пожаловать в Крым и Севастополь.